20 сентября, распаковочка для Кирилла. Будем скрывать нового игрока на нашей тест-зоне. Вот. Аналог Секрет Лапа. Значит, там ткань вообще прекрасная. Вот эти все магнитные подушки, фишечки от Секрет Лапа. Две двухпозиционные РПП по высоте, по глубине. 4D подлокотники, 155 градусов угол наклона, мультиблок, соответственно, 5 лучей. Ну, здесь все хорошо. Самое главное, что это не какой-то там китаец, это чистый европеец. Сейчас напомню, это новый игрок. Все, конечно, слизано с Секрет Лапа. Вот, прям все слизано, только что укомплектовано более, ну, чтобы не выходить за ценник 80 тысяч. Вот подлокотники более дешевые, там 5 лучей более дешевые, угол наклона более дешевый. Но я уже успел его оценить, посидеть. Пена используется, например, не такая, как у... Она отличается чисто по своим эксплуатационным качествам. Мы не знаем, как она будет вести себя. Но по эргономике зачет. Зачет. Вы садитесь, она прям так, как матрас Аскона ведет себя. Так, значит... Сейчас мы его вскроем, проверим, как раз посмотрим, как оно упаковано. Потому что я его не видел, но мой коллега уже вроде как распаковку делал. Вот в такой коробочке. Спинка у нее 85 сантиметров. То есть это кресло под рост 1,80 м, там, ну, 1,85 м максимум можно брать. Но зато с очень широким пятном. Ну, сиденьем, очень широкое сиденье. То есть можно его... с ростом 1,80 м и там 110 килограмм брать спокойно, и будет замечательно в нем комфортно находиться. Так, ну давайте вскроем и посмотрим. Напомню, да, аналог, ну, аналог Секрет Лапа. Тут видны черты. Это самое первое, это, конечно, ткань. Вот эта ткань, она прикольная. Швы все спрятаны, так как все мерцает в глазах. И вроде как придраться, что что-то где-то, что-то криво. Ну, замечательно все сшито. Возможно, если оно было бы из эко-кожи, мы бы кривизну бы какую-то видели. Но вот так как это ткань, с ней работать очень легко. Все очень даже достойно сделано. По функционалу, ну, режим качания, все это очень гладенько, все это очень ровненько. Ну, соответственно, все покажет время. Ну, опять же, радует то, что это чистой воды европеец. Никаких вот этих подводных камней. Я уже, взглянув там, невооруженным глазом, я не увидел. Конечно, можете его там, если распотрошить, можете заметим. А так, ну, на первый воду, да, пакеты даже все, как от Секрет Лапа взяты. Тоже склейка. Вот, чуть-чуть круглый. Спинка довольно тяжелая. Да, не скажу, что она такая же тяжелая, как у Номан. Ой, у Мадлечерс. Ну, массивно. Так, ну я не буду вскрывать пакеты. Да, тут светлую сторону видно, что все идеально. Шапка кресла. Дефектов никаких не имеет. Какие-то даже надписи. Магнитная подушка, шлеп, держится. А, вот так вот здесь упаковано, вот смотрите. Я-то этого тоже не видел. Пятилучья, сэкономили. Вот такое пятилучья со звездой и штампованными лучами. Все это крепится на болтики. Но видно, зарекомендовала себя эта конструкция очень хорошо. То есть экономит объем коробки. Пока ее так в сторону. Нет, вскрывать мы это ничего не будем. Понятно, что на пятилучи одеваются эти лучи и крепятся двумя болтами. Так, подлокотники вот так упакованы. Ну, подлокотники 4D, да, все из пластика. Видите, пластик. Такие же, как, например, вот взять, если... Номанд. Нобличерс Эпик. Вот тоже, видите, пластик. Вот. Только что
сама подушка подлокотника изменена. Ну и также, как и у всех, болтается. Так. В сторону. Вот сюда. Да, одному как-то плохо это все дело распаковывать. Так, мультиблок. Упаковочка, конечно, тоже дешевенькая, но все равно есть защиты от, смотрите, пластик защищен пенопластом. То есть все защищено. Не так, как у секрет-лапа. Нет большой гигантской инструкции. Ну, все на уровне. Все хорошо, да. Давайте перевернем ему юбку и заглянем под нее. И что мы здесь увидим? Замечательно. Смотрите. Профиль. Прямоугольный профиль. То есть изделие сделано очень качественно, очень добротно. Также центральная пластина, как у Nobel Chairs. Точная сварка. И видите, они сразу же приклеили. Ну, конечно, не знаю. Вот эти вещи, наверное, не нужны. Их лучше отдирать. А потому что со временем это все это отойдет, оторвется и будет подскрипивать все равно. А эта прокладка, вот именно чтобы, когда болт растянется на мультиблоке, чтобы не подскрипывало. Так, ну и крепление для подлокотника. Ну и навес сиденья. Да. Это сразу видно, что металла много, тяжелый. Металл не миллиметр, не полтора, а все 2 миллиметра. Так, и в этом боксе посмотрим, что есть. Ну, какая-то штука интересная. Так, в этом боксе. Колесики, накладки тоже, как у Secret Lab форма. Ну, один станок это все выдавливает, этот пластик. Да, флажки такие же. Колеса от Nobel Chairs. Да, флажки такие же. Ой, накладки. Аккуратненько. О, пыльник. Какой интересный шестиугольник. Вот тут они перепрыгнули всех. Ни у кого от шестиугольного пыльника еще я не видел. Так, газлив есть по болтам. По болтам. Значит, какие-то черные болты вижу. Вот это болты вообще замечательные. Под ключ шестерка, а вот эти болты. А, ну это пластик крепит. Это под, наверное, под пластик, я понимаю. Тут можно не бояться. Все. Силовую раму, силовые элементы крепятся вот этими болтами. Да, и 2 ключа для сборки и обслуживания кресла. Да, замечательно. Отлично. Так, ну мультиблок я вскрывать не вскрою, но уже без камеры, потому что это мультиблок, он кусок железа. И вроде там он тоже не без всяких втулок. То есть алюминиевый, как говорится, из сплавов. Так. А, ну такой же предохранитель, как у Secret Lab. Вот прям все прям слизано. Прям слезали полностью. Вот вам, пожалуйста, аналог от Secret Lab. Производство. Ну, производство, конечно, в Китае, но видим флажок, что на нем наклеен. Просто так его тоже никто не наклеит. Поэтому лично я оценил это кресло. На нем комфортно сидеть. При моем росте 1,78 м и весе 80 килограмм я там ощущаю себя замечательно. Соответственно, вес до 100-110 килограмм, да даже может и больше, там будет замечательно. Ну, все это мы увидим после того, как пользователи придут с разными габаритами и все в сравнении, все оценят и сделают свой выбор. А так ждем оплату и завтра кресло отгрузим уже.